Сегодня 7 января, Рождество. Все нормальные люди сидят дома, отмечают праздник, ну или с похмелья. Отдыхают. Больные рыбаки едут на рыбалку. Вот приехал сегодня половить, машину помыл. Вчера был день ясный, а рыба вообще не клевала. Клёва не было. Как такового. Даже ёж мелкий тот не клевал. Попробуем, как сегодня. Рыбалка есть рыбалка. Вперед! Прошло 3 часа рыбалки. Ни одной достойной рыбы. Только ёжики, мелкий окунь. На глубине пробовал. На мели. И вот только через 3 часа вот первая зачетная клёшка. Окунёк такой приятный. Жирненький. Вот. Посмотрим, как дальше будет. Может, к вечеру, как темнеть будет, еще что-нибудь клюнет. Ну, что я могу сказать? Если долго мучиться, что-нибудь получится. Целый день сегодня не везло. Практически ничего не клевало. Одна шелупонь под берегом, мелкий ёж. Одного окуня удалось поймать. И вот уже шел домой. Здесь днем мужики ловили на чертика. Думаю, дай-ка попробую. Поставил большого. Черта, ничего. Но поставлю-ка я маленького с тонкой лесочкой. Хлоп. И вот такой бонус. Еле вытащил лунку. Еле прошла. И это густера. Рекордная. Вот на такой чертик. Маленький-маленький. Лесочка 0,1, а может даже и тоньше, не помню. Туда-сюда, туда-сюда я ее тягал. Вот это вот, я понимаю, рыбка. Хорошо, что не отчаялся, попробовал. Теперь можно и домой. Рыбалка удалась. Все, пока. Небольшой постскриптум. Взвесил дома густеру. Ну, в водоеме, конечно, рыбы всегда кажется больше. Потянул на 670 грамм. Вот можно еще раз попробовать. Может, больше будет. Так. Нет, те же 670 грамм. Вот они. Ну да, самая большая моя густера. До этого только летом удавалось поймать 500 с небольшим. А тут зимой такая рыбка. Еще раз убеждаюсь, что нет универсальной снасти на все случаи жизни. Последние разы ловил на калужскую резинку. Калужский шарик лучше всего клевало. Сегодня на него практически не брало. Удалось одного только окуня поймать более-менее приличного. Рыба на активную игру не брала. Там довольно крупная приманка. Вот. Тем более ловил на большей глубине. Где-то 5,5 метров тут густера попалась. Течения почти нет. Почти как на водохранилище. И чертик был в приоритете. Причем мелкий-мелкий. На крупный не хотела. Универсальной снасти нет. Надо пробовать. Чем больше экспериментов, тем лучше. Зато и любим мы рыбалку. Ну, на этом все.